Всем привет! Это видеообзор бальзама для глаз фирмы Trixie. Я этот бальзам приобрела в магазине Шиншилка. Значит, что у нас говорит производитель об этом бальзаме? Это средство для ухода за глазами, мягко удаляет грязь, пыль и тому подобное из области вокруг глаз. Для регулярного использования обеспечивает надежную защиту от липких глаз и слезоточения. Применение. Нанесите теплый крем для глаз на ватный спонж и промокните область вокруг глаз с закрытыми глазами, чтобы смягчить налет. Затем сотрите выделение и ватным диском. Если возможно, протрите другой глаз новым ватным тампоном. Вот такая инструкция. Во флакончике удобный прорезиненный носик. Сейчас я вам покажу его. Вот такой. Во флаконе 50 миллилитров. Я заранее смочила спонжик. Пока Сонька спит, мы промокнем ей глазки. Таким образом мы размягчаем, а потом снимаем. Вот такой вот бальзам. Спасибо вам за внимание.